террористы убивают американских граждан, устраивая взрывы. Как это возможно, что эти преступники в масках не исчезли с лица земли, а продолжают захватывать город и нападать на невинных людей, как на Чарльза Стэндиша из Оскорб, в их собственных домах? Как? Вы в эфире с Джоном Джейксоном. Да, мой брат работает в тюрьме, и он говорит, что арестованные демоны молчат. Не хотят говорить даже со своими адвокатами. Это подчеркивает мои опасения, связанные с этими демонами. Они необычные преступники. Возможно, они даже необычные террористы, хотя, безусловно, они совершают теракты. Но с каждым днем растет моя уверенность, что это... Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за черт? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Вижу цель. Это Человек-паук? Всем группам Соболя. Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. Там второй модуль. Что? Всем агентам. Кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Так, еще два модуля. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Вот он. Проклятие! Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед! Привет, МДЖ. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль.
ты последний. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки? Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уиллс. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нио? Ты вообще о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДЖ. У кого папка? У нас, Норман. Но это очень в общем. Поэтому я прямо сейчас выполняю слегка противозаконные, но морально допустимые действия. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает... Это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! GR-27 – это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Привет, Пит. Как дела? МДЖ, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклз, то это финдиректор Оскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Нельзя допустить ни одного взрыва! К счастью, никто не пострадал. Надо было замотать их. Thank you.
Так, это все. Найти последнюю. Я должен спешить. Плохо, что я блестяще хотел пройти глупый тест. Нельзя допустить ни одного взрыва! Взорвался. Почти круто. Надо это написать на моей визитке. Я тебя знаю. В Хэллоуин ты был на крыльце моего соседа. Меня зовут Бригадир, и тебя вот-вот примут в школу. У меня в футере прикрепленная память. Я могу повторить все твои приемы, которые вижу. Ну как? Я не хуже мстителей, а ты пустое место. И когда ты поймешь, что это не работает? Все отлично работает. А еще могу предсказать, что ты будешь делать. Еще чуть-чуть и все. Так я и думал. Как ты все это блокируешь? Я же сказал, я знаю все, что ты собираешься делать. Подражатель всегда уступает оригиналу. Еще трюки в рукаве, да?
мне понадобится больше данных, прежде чем я смогу выполнить контракт. А у меня есть все нужные данные. Я задал тебе жару, ты убежал, вывод, ты проиграл. Еще нет. В городе тебя ждут другие испытания. Когда я увижу, на что ты способен, мы поговорим о втором раунде. Я так стараюсь всем понравиться. Почему они всегда лезут в драку? Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Похоже, это док. Юрий, я нашел стройку Фиска. Тут целый улей вредоносных пчелок. Попробуй пошуметь. Если кто-то сообщит о вторжении, я пришлю машину. Пошуметь? Это я могу. Все вниз! Он размахивает! Эрика с ребятами. Держи, боссу нужна голова Человека-паука! Сейчас ты заткнешься! Их не смущает. Ну все, надо! Благотворительная вечеринка! Скидывайтесь! Нет, серьезно, мне за квартиру платить!
Человек-паук, я проверила. В этом районе появилось много фальшивых купюр. Фальшивомонетчики? Умирающее искусство. Облегчу страдания умирающего. Жуткие стрижки, море одеколона, точняк, ребята, писка. Теперь тут все тихо, Юри. Отлично. Теперь одним источником зарплаты адвокатов Уилсона Фиска меньше.